Всем привет, братишки. Сейчас рассказываю, показываю, сколько я заработал в Польше, начиная с марта. Сейчас могу вообще с точностью, с идеальной точностью показать вообще, что происходило 3 месяца назад, 4 месяца назад. Итак, поехали. Это первая моя работа на складе. Я снимал видео о том, как я поработал на складе. Видеорассказ. Ну, здесь все просто расскажу. Дата, даты смен. Потом я здесь записываю, какая была ночная, там первая, вторая, ну, такие заметки. Потом сколько часов отработал, ну и сколько денег в итоге. В общем, если быть кратким, за первую работу я получил 1070 злотых. То есть с 15 по 31, то есть за 2 недели. Ой, я как я ждал эту зарплату, вы не представляете себе, это была самая адская работа в Польше, наверное. Самая какая-то адская. Потом, что случилось дальше? Я поработал еще 3 неделю на этой же работе, потому что это было окончание месяца, а зарплату мы получали 10 числа. И вот в 3 неделе я поработал всего 4 дня в ночные смены, и уже я взял себе по 8 часов, начал работать, потому что сильно устал. И как только я получил вот эту зарплату 10 числа, я свалил на Украину. Просто все оставил, уехал. Конечно же, мне за вот эти вот 32 часа никто ничего не заплатил. Так что если вы тоже как-нибудь подумаете вот так вот поступить, подумайте дважды, потому что вам по-любому не заплатят. Итак, переходим к следующему месяцу, к следующей работе.